плечах зеленого анхора, на ладонях снежного чимгана расцветает мой любимый город. Ярче неба звезд его сияние. Здесь нашли друг друга. Скажи, куда мы приехали? Мы покушать приехали. В кафе «Фараон». «Фараон». «Фараон» или «Фараон»? Вот какое меню, вот и все в ценах. Вот такие красивые рисунки прям вообще. Да? Чай. Тимур, не скучай. Наливай. Чай хочешь, наливай или компотик, что ты скажешь. Вот какая чучвара, масава. Сейчас мы будем масаву кушать. Вот бешбармак есть, очень вкусный. Ты, кстати, любила бы бешбармак. Слышай? Потому что это тесто и мясо. Ты же любишь тесто? Манты есть, долма есть. А? Новое шкафе называется тесто. Да? Здесь есть? Там все вот виды с тестом. Манты, пилигрины. Как красиво. И чай с торчами есть. Пошли посмотрим. Вот райкончик растет, скажи, это базилик, да, наш? Базилик такой, пахнет вкусно, да, вообще? Как красиво. Ой, они здесь все здесь. Детей сколько, какой запах. Вот, смотри, какой фонтанчик, смотри. Вот, какой красивый фонтанчик. Красивая фонтанчик, смотри. Вот такой вот фараон. Хочешь рыбок посмотреть? Чё ты боишься? Его нету. Я его поругала, он убежал. Он боится теперь тебя. Пошли посмотрим рыбок еще. Ты хочешь рыбок посмотреть? Пошли. Это не площадка, Дэ. Это просто ресторан. Там есть площадка, мама? Нету там площадки, солнышко. Это просто ресторан. Здесь просто ресторан. Видишь, вот рыбки. Вот. Видела? Рыбка, смотри, какая смешная. Стекло чисти, смотри. Савена что делает ротиком? Ням-ням-ням. 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 Вот какая рыба пришла. Смотри, она здоровается. Дэя, смотри, бум. Не надо, вот смотри, бум. Она поздороваться пришла с тобой. Бум. Какая смешная рыбка. Тебе нравится такая красивая рыбка золотая? Внутри бум. Привет, привет. Какая смешная рыбка, да, Дэйка? Хвостником вильнула и убежала. Вот она сейчас будет в ямку ложиться, наверное, да? Вот. Она не ложится. Не открывай полки. Чужое. Вон, смотри, какая рыбка еще. Вон, смотри, как она ротиком делает. Смотри. Уп-уп-уп-уп-уп-уп-уп. Она моет стекло, видишь? Не надо мыть стекло, она моет там стекло. Оп-оп-оп-оп, смешная какая рыбка. Прикольная. Лёп-лёп-лёп-лёп-лёп-лёп-лёп-лёп-лёп. Хотите такого чистильщика дома, окон? Ой, молодец. Пойдем? Пошли еще посмотрим, что? Ты опять хотела поздороваться с ней, хочешь? Да, штучки есть для детей. Я эту хочу. Эту хочешь? Зачем тебе рыбки нужны? У нас собачка дома есть. Пошли. Пошли на улицу. Пойдем погуляем с тобой, еще посмотрим. Пошли? Thank you.
бабочки работают. О, там дорога, оказывается. Я думала, там речка, там, оказывается, дорога. Такие топчаны. Ты что хочешь? Там нету ничего, да? Там столовая, там, видишь, тандыр делают, что-то пекут. Да, там ничего нету, пошли. Вон есть батут, но я не знаю, как туда пройти, к батуту. Это с другой стороны, наверное. Здесь тоже не пройдешь. Вот девочка катается, пойдем отсюда пройдем. Бэби, везде сколько, вон бэби, столько много всяких бэби. Здрасте. А здесь можно пройти? Скажи. Вон бэбички спят все. Идем, няню попросим, она с тобой сходит на площадку. Такое красивое, смотрите. Няня, возьми ее, что скучаешь? Иди вон туда на площадку детскую сходи. Там такая красивая площадка, сходи с ней, пожалуйста. А вот мостовую, давай сейчас, сейчас будешь пробовать эту мостовую, ням-ням. Красиво. А? Извините, ребята, я забыла. Я так кушать хотела, Дэю покормить. Мостовое. Рыбка жареная. Чай даже есть у нас. Обратно. Дэя, подожди, вот я тебя. Мама. Чего? Мама. Давай, чтобы тебя видно было, что ты снимаешь. Да. Дэя камеру берет. Меня снимает. Привет всем. Давайте. Мы приехали уже домой в Ташкент. Дэя, камеру держи, ее не мотай. Надо же хорошо снимать. Мамин рот не надо только снимать, мамины глазки. Давай вот так, чтобы мама увидела. Видишь, что снимаешь? Ой, какой вырос. Ей не надо так делать. Чувай. Какой ветер. О, Дейка, смотри. Смотрите, какая погода в Ташкенте в августе месяце. Сейчас будет песчаная буря. Дэя, ты что хочешь? Чтобы не получилось видео, что он так делаешь? Я тоже хочу. Что ты хочешь? Не рановато ли еще? Снимать. Сейчас я тебе дам. Сейчас я сниму, покажу, какая погода. Вот смотрите. Просто очень сильно ветер. Да, я скажу всем привет, опять. Всем опять привет от меня. Ой. Газалкент. Кто здесь раньше жил? Вот Газалкент. Ставим пальчики вверх. Скажи. Да, сейчас я выключу и тебе дам, ладно? Привет. Давай, говори. Привет. Алло. Да, вы на канале. Давайте, весь мир за окном. Мы любим снимать в машине, за машиной и еще многое другое. Интересно, да, скажи? Сегодня одели туфли разные, один новый одели босоножек, один старый. Хорошо, что они одинаковые марки. Ну вот, вот так вот получилось у нас. И мы теперь в разных босоножках. Один золотой, другой серебряный. Никто даже и не заметил, что у нас разные босоножки. Да, Дэя? Один, а не они, а чего? Один серебряный, а другой золотой, скажи. Да? Один, а не они, а нечего. Алина, ага, не заметила ты, мой солнышко? Алина, вот там дом горит, смотрите. Помогит, улетаешь, за тобой мне не мчаться.
все, мы прошли все круги ада. Закрывают дороги, когда едешь в аэропорт, не рассчитываешь на то, что они закрыты. Мы едем домой, наконец-то. Да, Дея, ты куда едешь? Домой к маме, да? Жаль, не спать, да? Чё, как? Я не вот она в туалете. Пошла. Вот это очень нахна. Какой это аэропорт. Что-то все стоят уже в очереди, плотненько так. Все ждут прямо, думают, что самолет без них улетит. Или не стоит, стоит. Ну, не важно. Мы будем стоять. Встанем, когда мы будем самолет стоять. Да, садись, я не хочу садиться. А, стоять. Я еще не сижу 6 часов. Как ты себя чувствуешь 3 часа ночи? Садится мне, сейчас и упадет мне сумка. Давай, сяду. Сяду. Давай с тобой сядем. Поболтаем? Давай, поболтаем с тобой. Как самочувствие у нашей Дейки? Да, Дейка? Скажи что-нибудь, как твоя вакансия? Как твои каникулы в Ташкенте прошли? Мне нравится? Девочки, мальчики, как они вообще? Ты будешь скучать по Адине, по Мустафе? Это по Матюта, не папе. Да, я тоже по Мустафе. Мустафа приедет нам в Ташкент, мы его взяли в жены. Он наш жених. И он сказал, что он с удовольствием приедет.